Приветствую, дорогие друзья, вы на канале Первый Караван, меня зовут Валентин, и сегодня у нас на обзоре отличный многоместный прицеп Coachman Festival 640 модель. Прицеп рассчитан на 7 мест и имеет раздельный санузел. Год 2017, его цена 1 759 000, а его вес 1 500 000. Прицеп у нас на двух осях, довольно современный, кайфовый. Как я уже сказал, подходит для многодетной семьи. Здесь у нас две двухъярусные кровати и места для родителей. И в самом конце раздельный санузел. Итак, поехали по внешнему виду. Спереди у нас классическое расположение окон для англичан. Три окна, каждый из которых открывается по отдельности. Все с двойным стеклопакетом, солнцезащитными шторками и москитными сетками. Рундук для подключения и установки газовых баллонов. Находится он у нас по стандарту спереди. Ручки для поворота. Дышло у нас 90 см с прицепным устройством АЛКО, со стояночным тормозом, с накатным тормозом и с колесом для лифтования прицепа. Фишка для подключения у нас на 13 пин. И этот прицеп оснащен технологией АЛКО Traction Control. Это у нас электронная стабилизация прицепа при транспортировке. Ну и, конечно же, спереди у нас есть две лапы для упора. По левой стороне окно, ведущее в переднюю зону отдыха. Рундук свободного назначения. Здесь у нас подключение внешнего газового гриля, который будет запитываться у вас от баллонов, находящихся в носовой части. Гнездо для подключения... здесь у нас патрубок выходит для отопления. То есть, если вы сюда подсоедините палатку, палатка у вас тоже будет частично протапливаться. Далее окно над кухонным блоком. Входная группа с небольшим окошечком, но дверь у нас не делится на две части. И в конце отсек под кассету биотуалета и бак для смыва. Пойдемте далее. Так, в задней части у нас есть небольшое окно, ведет оно у нас в санузел. Сверху надпись компании Coachman, ручки для поворота, габариты и снизу, конечно же, две лапы для упора. Пойдемте далее. Итак, по правой стороне у нас окно ведет все в ту же зону отдыха. Выхлоп от отопления Трумакомби, подключение водяного насоса, рундук для подключения кабеля 220 и аккумулятора. Решетки от холодильника и небольшое окно над кухонным блоком. Также у нас есть небольшое окошечко сверху, вы обратили внимание, наверное. Оно ведет у нас ко второму ярусу боковой кровати. Как я говорил, у нас там две двухъярусные кровати. Вот у верхней кровати у нас находится вот такое вот окошечко, чтобы освещение тоже попадало в эту зону. По внешнему виду все. Хочется еще отметить, что у этого прицепа у нас есть солнечная батарея. Если не ошибаюсь, она у нас на 50 ватт, но это мы еще уточним и напишем в описании, когда доберемся до осмотра. Ну, а теперь пойдемте внутрь и посмотрим уже на саму планировку. Итак, мы с вами внутри, а именно в передней зоне отдыха. Здесь у нас обычное расположение для англичанина. Два дивана друг напротив друга, которые объединяются в одну кровать. Кровати не объединяются благодаря ламеле, но единственное, она у нас вытаскивается не отсюда, как это часто бывает, а со стороны вот данного дивана. То есть вы на себя тянете и объединяется в одно большое спальное место. На фотографиях к этому прицепу и на видео вы увидите, как это выглядит. Дальше. По местам для хранения. Есть у нас такая вот тумбочка, куда вы можете сложить свои вещи. Есть места для хранения под диванами. То есть вы можете просто поднять эту сидушку и получите доступ к этому месту.
Также места для хранения у нас есть такие вот под потолком, стандартные, как во всех прицепах. Ну и освещение в этой зоне. Освещение в этой зоне, естественно, у нас естественно, попадает через окна, то есть два окна по бокам и три спереди. Также есть сверху люк, довольно панорамный такой, 90 на 40 сантиметров. А уже обычное освещение, то есть все лампочки у нас расположены в разнообразных местах. У нас есть по одной лампочке с каждой из сторон здесь и напротив точно так же. Сверху идет диодная лента, два плафона под потолком и декоративные диодные ленты у нас идут возле шкафов. В целом этот прицеп очень и очень хорошо освещается. Ну, в принципе, как и все современные прицепы, в них всегда очень много каких-то элементов освещения. Ну, в целом по этой зоне все, поэтому пойдемте далее и посмотрим уже на кухонный блок. Кухонный блок. Кухонный блок тоже такой довольно английский, скажем так. Здесь у нас три газовые конфорки, одна электро. Снизу гриль и духовой шкаф. Ну и раковина. Раковина у нас под таким закаленным стеклом, выполнена из металла, такой вот полуквадратной формы, очень просторная. В комплекте идет у нас такой шланг, то есть на конце насоса нет, здесь у нас уже стоит водяная помпа, которая набирает воду в систему. Далее по кухонному блоку. Снизу есть места для хранения кухонной утвари разнообразной. Холодильник. Холодильник фирмы Tedford на 80 литров. Работает от газа, от электричества и от аккумуляторов дороги. Сверху у нас также есть места для хранения. И вот под этим ящиком у нас спрятана микроволновая печь. Работает от 220. По освещению в этой зоне. Естественно, освещение у нас попадает через такое вот небольшое окно над кухонным блоком. Также у нас есть такие же декоративные диоды, как и во всем остальном прицепе. И есть лампочка, которая направлена уже непосредственно на рабочую зону, чтобы здесь было удобно готовить. Ну, по кухонному блоку это все. Пойдемте посмотрим теперь на вторую зону отдыха. Следующая зона отдыха выглядит у нас вот таким образом. По дефолту она является обеденной зоной, то есть столик и два диванчика посередине. Но это место у нас раскладывается в двухъярусную кровать, как в вагонах купе. То есть нижний ярус стол убирается и служит подпоркой, а верхний ярус достается у нас вот отсюда. Стоят направляющие, на которых он, собственно говоря, и держится. Но у него есть ограничение по весу до 70 кг, то есть это исключительно детское место. Также в этой зоне у нас есть вот такая вот как бы барная как стойка, делит первую и вторую зону друг от друга. Сюда можно поставить телевизор, сюда можно вывести шнуры. Здесь уже есть кабель, разъем для подключения 12 вольт и телевизионные антенны. Также здесь у нас находится термостат управлением трумой комби. Что такое трума комби? Примерно то же самое, что и обычная трума, отопление с раздувом, но единственное, вы управление производите не за счет кожуха, который где-то находится, а за счет этого термостата. И уже не просто каким-то регулятором от 0 до 10, а просто выставляете температуру, которая вам нужна в этом прицепе, и система уже сама разгоняет воздух под эту температуру. Очень удобное современное отопление. Я считаю лично, что одно из самых лучших как бы нововведений в прицепах в современных. Далее, что еще у нас по этой зоне? Места для хранения. Ящики стандартные, нечего про них рассказывать. Места для хранения под диванами также у нас есть. Ну и по освещению. Такие же лампочки, как и в передней зоне, у нас направляются на эту зону. И точно такие же декорированные, скажем так, диодные ленты. Окошко также с сетками и со шторками. Ничего удивительного. Ну и теперь пойдемте посмотрим на последнюю зону отдыха, тоже двухъярусную кровать. И последняя зона отдыха, это у нас уже статичная двухъярусная кровать, то есть она у нас никак не убирается. Нижний ярус, он в принципе тоже не имеет ограничений по весу, как и все остальные места, которые находятся внизу. Ну а верхний, конечно же, тоже у нас с ограничением, также до 70 кг. По габаритам эти места 1,75 м, нижняя 1,80 м, ну и по ширине 75 сантиметров. Сверху, как мы говорили с вами, уже есть небольшое окошечко с сетками, со шторками и также двойной стеклопакет. Шторки эти у нас могут закрываться, здесь у нас идут направляющие снизу и сверху, и вы можете визуально отделить ребенка от остальной зоны этого прицепа. Ну и по местам хранения снизу никак не изолировано, но под этой кроватью также можно хранить какие-то вещи, допустим, если это чемоданы или сумки. Освещение в этой зоне производится за счет таких вот угловых лампочек, ну и собственно все. Ну и при входе у нас тоже есть такая небольшая зона, давайте на нее посмотрим. Ну и небольшая зона при входе, давайте тоже про нее немного поговорим. Здесь у нас есть панель управления всем прицепом, здесь включается у нас подача электричества, освещение, водяная помпа здесь у нас также включается и есть уровень заряда аккумулятора. При входе у нас есть москитная сеточка во весь размер двери
таким вот образом выглядит. Очень удобно. Сможете с легкостью проветрить прицеп в случае чего или когда будет жарко. Ну и здесь у нас такая зона с зеркалом и розеткой. Зеркало подсвечивается таким вот плафоном. По основной зоне, я думаю, мы везде прошлись. Теперь можно перейти в санузел и посмотреть, что же у нас там. Итак, мы в санузле. Санузел у нас большой, раздельный. Это естественно в таком большом прицепе. Итак, здесь у нас раковина, выполненная из пластика. Довольно большая. Наверное, это самая большая раковина, которую я видел вообще во всех прицепах. Очень-очень удобно на самом деле. Также у нас здесь есть места для хранения. Такие вот полочки. Смеситель, собственно говоря. И есть места для хранения снизу, для предметов личной гигиены. Здесь у нас есть два плафона, просто на них перегорели лампочки. Сейчас мы их ждем и установим. Так-то здесь будет, конечно, посветлее. Ну и слева при входе у нас есть большой и просторный шкаф. Внутри есть полки, есть штанга для верхней одежды. Очень и очень удобно. Ну а снизу под этим шкафчиком тоже есть две такие вот тумбочки. Сверху люк 40 на 40 сантиметров с москитной сеткой. Ну и давайте посмотрим тебе на остальную часть этой комнаты. В углу у нас находится туалет. Туалет фирмы Tedford с автоматическим смывом и с индикатором заполнения. Он у нас является поворотным, поэтому сможете удобно расположиться. На туалетом есть тоже места для хранения. И окошечко. Тоже снаружи с вами о нем говорили. Естественное освещение попадает через него. Ну и в углу, справа от входа, у нас находится душевой поддон. Такой вот круглой формы. Внутри тоже есть отдельный плафон, который подсвечивает саму душевую, собственно говоря. Ну и по стандартному здесь есть места для хранения какие-то небольшие, для шампуней. И сам смеситель, собственно говоря. В целом по туалету это все. Давайте подводить итоги. Что хочется сказать в итоге про этот прицеп. Отличный многозонный прицеп на двух осях, с солнечной панелью, с четырьмя местами для детей и с огромным местом для родителей. По функционалу здесь все отлично, это английский прицеп, поэтому все у него есть. Отличный санузел раздельный, ну и в целом очень стильный и светлый прицеп. Поэтому приезжайте к нам на площадку, оцените его. Если же у вас нет возможности приехать, переходите по правой верхней ссылке в углу на наш сайт. Там вы увидите весь ассортимент наших товаров и сможете связаться с нашими менеджерами, чтобы купить прицеп удаленно. Также подписывайтесь на нас в YouTube, ищите нас в TikTok. Ну и путешествуйте, дорогие друзья. Всего доброго!